Сергей Сергеевич Алехин – участник Сталинградской битвы. Как и многие подростки военного времени, в неполные 16 лет добровольцем ушел на фронт, прибавив себе лишний год, чтобы защищать родину. Среди боевых знаков отличия – ордена Красной Звезды Великой Отечественной войны, медали, нашивки за полученные ранения. Вместе с боевыми товарищами в 43-м он разбил немецкие войска под Сталинградом. Я хочу сказать, что наша армия все-таки настойчиво стояла до самых, как говорят, глубины души, сплоченная, и разгромили эту фашистскую нечисть. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Сражение продолжалось ровно 200 дней и ночей. В этой битве с обеих сторон участвовало почти 3 миллиона человек. В памятную дату около горельефа скорбящей матери родине собрались сотни людей, чтобы отдать дань памяти защитникам города-героя. Возложили цветы к вечному огню на площади Славы городские и областные власти. Спасибо вам, что вы помните. Спасибо, что это память о нашей великой победе, о великих сражениях Отечественной войны передается новым поколениям. Вечная слава защитникам Отечества, героям-победителям. Вечная память павшим героям. Почтить память героев пришли юнармейцы и курсанты. Каждый из них принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, в том числе в параде победы и параде памяти. Это такая память, которая, наверное, будет сохраняться годами, никогда об этом нельзя забывать. Всегда это нужно помнить, обязательно. Ну, важно, наверное, потому что многие люди за это отдали жизнь. В праздничную дату в Самаре прошла серия памятных встреч. Литературный вечер устроили члены молодежного правительства. Школьники и студенты читали известные литературные произведения на военную тему. На наш взгляд, школьники и студенты должны знать произведения прошлых лет не только из-за того, что это нужно по школьной программе, а из-за того, что война приходила в каждую семью, и каждый из нас – это часть того, что защищало нас. По словам организаторов, сохранение памяти о Великой Победе важно для современной молодежи. Поэтический вечер – это только начало. К юбилейной дате активисты готовят встречи с ветеранами и флешмоб «Мы помним». И на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землей друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Мария Елчан, Григорий Плешаков, «События».